Бывает, кажется, что уже нету сил. Одолевает жалость к себе, и бывает уже сложно принять решение. Как быть в ситуации, когда все кажется сложным и запутанным? Есть один очень хороший и действенный способ, который поможет вам выйти из оцепенения, который поможет вам сдвинуться с места. С помощью этого простого приема освободите себя от ограничивающих установок и найдите то, что вам сейчас так необходимо. Подходящее решение, силы, мотивацию, чтобы продолжить движение к вашей цели. Подумайте о человеке, который является для вас примером. Представьте, как бы он отреагировал на вашу ситуацию. Что бы он сделал, как бы поступил, какое бы решение он принял. Постарайтесь посмотреть на вещи с его точки зрения. Очень интересно, что когда мы думаем не о себе, то мыслим гораздо смелее и решительнее. Ведь на себя вы смотрите через призму стереотипов, которые базируются на низкой самооценке. И негативное мнение окружающих о ваших способностях. А этот человек обладает такими качествами, которые делают его особенным. Найдите того, кто вас вдохновляет. И тянитесь к тому образу, который есть у вас в голове. И неважно, соответствует ли ваше представление реальности или не соответствует. Главное – это то, что оно помогает вам преодолевать самого себя и дает вам возможность постоянно расти, расширять свою зону комфорта, целенаправленно меняя свою личность в лучшую сторону.